Городской совет взял в кредит 1 миллиард гривен под 17,5% годовых у государственного Укргазбанка. Об этом стало известно в ходе сегодняшней сессии городского совета. Эти средства пойдут на ремонт дорог, теплотрасс, фасадов, лифтового хозяйства и на многое другое. Ряд депутатов выступили против проекта решения, ведь деньги должны быть освоены до конца текущего календарного года, а времени осталось крайне мало. К тому же грядет сезон осадков и холодов, что само собой затормозит ремонтные работы. Тем не менее, в мэрии обещают справиться с трудностями. Почему так поздно? С одной стороны, мы выходим с данным предложением. Первое, для того, чтобы оформить документы на уровне Министерства финансов, мы должны подготовить большой пакет документов, в том числе годовой отчет. То есть это срок апрель-май. Почему в данной ситуации мы не в апреле, в мае, а начали в августе рассматривать этот вопрос? Потому что те средства, которые были у нас сформированы в бюджете развития на различные наши проекты, их на тот момент, можно сказать, было достаточно. Большинство депутатского корпуса поддержало инициативу Департамента финансов. 44 человека за, лишь 7 против.